слышите шум вдали? Понять, наверное, нетрудно. На ринге появился американский боксер. Вот он. Флойд Мейвезер. Мейвезер в переводе «майская погода». Его соперник, кстати, вот вы видите, он победил казахского боксера, причем ввиду явного преимущества в первом поединке. А его соперник Лоренцо Арагон, Куба. Победил алжирского боксера и бразильского в предварительных поединках. Итак, представитель Германии Стумпель. Два молодых боксера, 22 года Лоренцо Арагону, кубинцу, он в красной форме, и 19 лет американцу. Поединки между кубинскими и американскими боксерами всегда проходят в бескомпромиссной борьбе. Ну, американские зрители в Атланте, во всяком случае, не очень любезно принимают кубинских боксеров. Они понимают, что кубинцы – это главные соперники сборной США. И уже несколько раз на этом турнире скрещивались пути кубинцев и американцев. Кубинец чуть активнее начал, как и свойственно всем кубинским боксерам. Вот посмотрите, как защищается молодой американец. Правда, корпус открыт. Ну, может быть, он знает, что боковые судьи не очень любят удары по корпусу, никак бы не замечают их, игнорируют. Поэтому так высоко подняты руки. Вот замечание кубинцу за удар ниже пояса. Победитель этого боя встретится в полуфинале с Серафимом Тодоровым. И кубинские, и американские боксеры любят вести поединок в ближнем бою, поэтому, вот видите, они оба частенько сходятся. Ну, правда, идут в захват. А тем не менее, вот эти 3 очка кубинец-то как раз набрал, атакуя со средней и дальней дистанции. Вот наконец-то попадает Флойд Мейвезер. Традиционный клич USA, USA. Да, нелегко вести поединок, когда 75% зрителей болеют за твоего соперника. Попал кубинец прямой правой и тут же получил в ответ. Вот видите, как быстро меняет ситуация. Ну, собственно, это неудивительно в таком вот бою, в высокотемповом, при большом, при взаимном обмене большого количества ударов. Ох, как бросается американец на соперника. Ну что ж, позади раунд. Давайте познакомимся с Лоренцо Арагоном. 22 года. Он не столь именитый, как некоторые его товарищи по сборной. Вот пока выигрывает после первого раунда 5-4.
На Кубе проводится ежегодно очень крупный турнир «Кордова-Кардим». И вот в прошлом году на этом турнире Лоренцо Арагон стал победителем. Его считают надеждой кубинской команды. Во всяком случае, о нем Алсидо Сагара, тренер кубинской сборной, очень высоко отзывается. Следовало ожидать, что бой будет таким упорным. Приблизительно в одной манере боксируют спортсмены. Американец в ближнем бою. Посмотрите, как хорошо сейчас отработал. 2 очка заработал. Кубинец длиннорукий, ему действительно удобнее боксировать на дальней и средней дистанции, но тем не менее он не отказывается идти иногда навстречу сопернику и сходится с ним в ближнем бою.